Сказав сперва, откуда я взялся, патенты все выкладываю я. Сначала от владителей мирских, защиту печать мне служит их, чтобы не смел никто мне помешать святые отпущения продавать. Затем выкладываю бул немало, что дали папы мне, да кардиналы, да патриархи всех земных концов, владельцы золотых часов. Прибавлю несколько латинских слов, и проповедь я ими послащу, к усердию слушателей обращу. Затем их взор прельщаю я ларцами, набитыми костьми да лоскутами, что всем мощами кажутся на вид, а в особливом ларчике лежит от Аврамовой овцы плечо. Мнимлите, восклицаю горячо, коль эту кость опустите в родник, то захвораю вас, овца или бык, укушенный собакой и змеей, язык омойте ключевой водой и здравый будет. Далее, молвлю я, от оспы, паршу, гноя, лишая, излечится водою. Раз из родника напьется, и с Аврамовых времен ведется, что приумножится добро и скот. От той воды и ревность пропадет, коль муженек ревнив, не сносен груб. Из родника воды прибавьте в суп, и ревности его как не бывало. Пускай жена при нем же изменяла, пускай же путалась с тремя попами. А вот еще перчатка перед вами. Эту перчатку, кто наденет, тот неслыханную жатву соберет. Ржи, ячменя, овса или пшеницы. Лишь только бы не вздумал он скупиться. Но слушайте, что вам скажу сейчас, коль в церкви этой ныне среди нас есть человек, что отягчен грехом, и все ж покаяться не хочет он. Или если есть тут грешная жена, и мужа оброгатила она, ни благости, ни права да не имут вносить свой вклад, за ней их дар не примут. Но кто свободен от греха такого, пускай дарит он по Господню слову, и будет отпущение дано, как буллой этой мне разрешено. Тут можно аплодировать. Вытягиваю шею, что есть силы, по сторонам раскланиваюсь мило, как голубок, сидящий на сарае. Руками я языком болтаю так. Но если враг мои шатнет труды, его я проповедью уязвлю, так что назвать не сможет речь мою он клеветой. Достойная расплата, коль оскорбил меня другого брата. Я имени его не называю, но всяк поймет, кого я обличаю по описанию. Я уж постараюсь, с врагом любым тотчас же расквитаюсь. Я для народа праведен на вид. Да. Не дай яд под видом святости сокрыт. Thank you.
Обычно под эту композицию все еще просто сидят и пытаются понять, что происходит. Все восторги святой водой, которая может смыть грехи и измены. Господи, какая прелесть! Что еще есть у вас? Я мысль свою вам вкратце изложу. Да? Давай. Стяжание ради проповедь твержу, и неизменен текст мой всякий раз. Радикс малорум эс купидитас. Жадность – источник всего зла. Ура! Мы тут понравимся всем. Да, алчность мой испытанный конек. И, кстати, ну, достаточно об этом рассуждать. Так вот, я им рассказываю ряд историй, бывших много лет назад. Такие россказни простой народ и слушает, и сам передает. Я умею деньги зашибать. Почему мне пост, Евангелие, заветы, покуда есть вино, еда, монеты? Что у вас еще есть на столах? Совесть! И вот что скажу, о друге, в заключение. Хотели слышать вы рассказ правдивый? Так вот, когда напьюсь я вдосталь пива, вам расскажу историю на славу. Так тешили мамона в виде свинском и в капище плясали сатанинском. От их божбы в лосы вставали дыбом. Они распять спасителя могли бы, когда бы не был он за нас распят. Огонь, разжегший в нем, они горят и похотью костер тут разжигают. И боль вином напрасно заливают. Свидетели Писания возьму, что винопийство погружает в тьму порока и греха. Вот как Лот грешил, что он суждение здравое изрек. Он говорит, что пьяный человек ума немногим больше сохраняет, чем полоумный. Хворь усугубляет затмение ума и длится дольше. Но пьянство – грех! Неизмеримо больше! Еще раз! Узнаю варяжские забавы! В севере, на юге, под сенью пальм в гиперборейской вьюге алкают язв, а вместе с тем объятий. Апостол Павел говорит: «О, братья, червя едите, вас же червь изгложит, и тление избежать ничто не сможет!» Нам это горько слышать, но, увы, еще печальнее картину вы увидите, когда глупец, упившись и без ума на яство навалившись, давясь, сопя, их жадно поглощает и в свалочное место превращает дарованный нам Господом сосуд. Апостолы в смятении нам рекут: «Вам, горе пьяницы, сластолюбцы, спасителя враги и душегубцы! Кубка в стук заполонил вам ухо, взамен креста для вас святыня брюхо!» О, брюхо, скопище нечистых вод! Зловонием ты отравляешь рот, и мерзок звук твой, и противен запах. Лишь очутись в твоих несытых лапах, твоим рабом останешься до гроба, чтобы кормить растущую утробу. И повара такие тут, ну, печь, толочь, крошить, чтоб вещество природное лишить обычных свойств и аппетит капризный, вновь пробудить то пряной головизны, то блюдом соловьиных язычков.
И чем они не тешат ась алчных ртов? Шафраном, луком, перцем и корицей все сдабривают уксусом, горчицей, кора и корень, лист, орех, цветок, сок из надреза, тертый порошок, все на потребу. В соус все пригодно, лишь заглушить бы яство вкус природный, лишь бы сокрыть его природный вид и тем разжечь уснувший аппетит. И кто излишествами насладится, в том дух живой, тот сейчас же умертвится! Спасения вовсе нет. От двух глотков ты потеряешь зрение. И в некое насыщенное отдаление из чипса и до вином перенесен не в Ля-Рошель, Бордо или Лиссабон, а в Лепе будешь там Самсон, Самсон, ноздрей высвистывать. Теперь внемлите, друзья почтенные, кто победитель бывал в борьбе. Всех он победит. Возьмем, например, Атилу. Ты Атила. Был он знаменит, а умер смертью жалкою, позорной. Расквасил нос своей он кровью черной в тяжелом сне. Я сразу все пьем? Могу вам пьем? Рассказать. Скол. Как говорят, он ваш был собутыльник. Внезапно ночью был его светильник погашен смертью. Навзничь на скамью свалился он, осиротив семью. Разбирался вор, что смертью именуем. Кто в Ирландии, закричал Буян, когда бы только был в тюрьме я зван, то я бы ей пересчитал все кости. Идем, друзья, назовемся в гости, отыщем смерть, убьем мы кровопийцу. Подняв стакан, он в выступлении пьяном клянется двум товарищам Буянам, что не покинет их до самой смерти. Потом сказал негодничий: друзья, этот клад разделим мы один. Нам выпало великое богатство, оно скрипит собой нас. Вот и конец. Я все вам рассказал. А теперь прощайте и в суе Господа не поминайте. И с минуты.